Друзья, приветствуем вас на нашем канале. Здесь мы оперативно публикуем видеоролики о тех, кто ушел из жизни. Подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали, и просьба досмотреть ролик до конца. Феликс Сила, актер, сыгравший любимого члена семейки Адамсов, кузена Ита, умер в возрасте 84 лет после борьбы с раком поджелудочной железы. Его друг Гил Джерард, который играл вместе с Силой в фильме «Бак Роджерс в 25-м столетии», подтвердил эту новость в Твиттере, написав: «Феликс умер всего несколько часов назад, и единственное, что я могу извлечь из его смерти, это то, что он не страдает больше». Сила родился в небольшой деревне недалеко от Рима в январе 1937 года. В 1955 году он отправился в Соединенные Штаты, где первоначально гастролировал с цирком Ринлен Брос в качестве артиста. Помимо семейки Адамс, снялся в таких популярных фильмах, как «Звездные войны. Возвращение джедая», «Бэтмен возвращается». Сила оставил свою жену Сью и их детей Бонни и Майкла. Пара была жената с 1965 года. Соболезнуем семье и близким. Вечная память.